Так. Сегодня мы обсуждали со старшим преданным то, что как бы происходит на фестивале некая такая чудесная вещь. Она заключается в том, что разные проповедники, старшие преданные, они говорят, не сговариваясь друг с другом об одном и том же. Не заметили такого? Это просто реально мистика такая. Я уже думал, ну, проповедник, что Махарадж будет читать Бхагаватам, но наверняка будет что-нибудь другое говорить. И даже он как бы вот какие-то вещи поднимал, которые вот звучали на семинарах в разных контекстах. Сегодня мы должны рассмотреть нашу вот эту как тему общины, строительства вот этих отношений вайшнавских в рамках общины в контексте 4 стиха. То есть, собственно говоря, 4 стих «Нектара наставления» он описывает как раз уровень садху-санги. То есть, если 3 стих он дает в основном шрадху, то есть шрадха описывает шрадху, да, то есть это утсаха, отнищает, харят. Мы говорили, 3 составляющих существуют у веры. И эта вера, она направляется на практическое преданное служение, но сама квалификация или уполномачивание, да, на совершение преданного служения, оно происходит через сангу. Поэтому 4 стих, он имеет особое значение, поскольку в нем описывается именно не столько как бы структура санги, она в следующем стихе описывается, в 5, что есть старший преданный, равный, младший. А в 4 стихе описывается именно само настроение или движущая сила санги, то есть именно то, что делает сангу духовной, делает ее не просто духовной, а придает ей расу, то есть вот этот дает вкус, непосредственно являющийся источником бхакти. Вот, в 4 стихе Рупа Госвами описывает, как вы знаете, наверняка практически большинство из вас знает, 3 пары вот этих основных как бы типов отношений, которые вступают преданные. То есть он говорит «да-дати, прати-грихнати», то есть преданные дарят друг другу что-то и принимают в ответ дары. Гухьям Акьяти Причхати, то есть Гухьям Акьяти Причхати означает открывают свой ум, делятся сокровенным и выслушивают других преданных о сокровенном. И также он говорит Бунте Боджаете, то есть они кормят других преданных и принимают от преданных просад. Шад Витхам Прити Лакшинам, то есть эти 6 видов прити. То есть он это описывает как прити, как любовь. То есть существует 6 типов любовного обмена между преданными. И Шрила Прабхупада в комментарии говорит там интересные вещи. Он говорит о том, что эта наука, она лежит в основе любых отношений. Он там приводит пример бизнесменов, которые для того, чтобы действительно какое-то дело пошло, они там встречаются где-то в кафе, либо в ресторане, угощают друг друга, открывают свои планы, обсуждают эти планы. Вот. Угощают, обмениваются какими-то подарками. То есть это необходимо для успеха в любом деле. Это очень интересная вещь, потому что вчера мы с вами говорили о такой как бы принципиальной важности позиции личности. То есть мы говорили о том, что для того, чтобы быть успешным в духовной жизни и вообще в жизни, их нельзя разделить. Если жизнь не духовная, значит, она неуспешная. То есть она, если человек не живет духовной жизнью, он будет страдать, то есть он будет неудачником. Вот. Если мы говорим об успехе в жизни, то ключом к успеху является, безусловно, позиция самой личности, то есть ее вот эта ученическая позиция, о которой мы говорили.
И вот в этом следующем стихе, в четвертом стихе, описывается то, каким образом эта позиция должна проявляться. То есть позиция слуги, позиция ученика, каким образом она должна проявляться. И Рупа Госвами говорит о том, что она должна проявляться вот в этих шести аспектах. То есть преданные должны как обмениваться определенными вещами. Почему это важно? Дело в том, что человек обладает как бы двумя, то есть человек состоит из двух основных как бы составляющих или энергии, да? То есть в человеке есть сознательная составляющая, то есть сознание его. Это то, что мы называем душой. Это вот то, что мы называем сачитананда и так далее. То есть у человека есть вот эта вот сознательная составляющая. И у человека также есть составляющая природная. То есть это составляющая, то, что мы называем его разумом, это то, что действует именно как природа, как естество. И вот интересная вещь, что у человека может быть сознательная позиция очень правильная. То есть он может быть, ну как бы вот, вот он решил, да, я хочу прогрессировать, я хочу учиться. Но природная составляющая может быть очень оскверненная. Это означает, что у человека как бы позиция личностная правильная, но благочестия очень мало. Вот. Если у человека очень мало благочестия, то он будет вести себя как бы таким образом, что он будет неприятен, то есть с ним общаться будет неприятно. То есть такой человек будет совершать какие-то действия, говорить какие-то слова, которые будут у других людей вызывать отчуждение и желание вообще как бы с этим человеком дела не иметь. Понимаете, да, о чем речь? Здесь такая поговорка, что твоя натура так громко кричит о себе, что я не слышу твоих слов. То есть, иначе говоря, вот преданный становится на путь сознания Кришны, это означает, что он принимает ученическую позицию, то есть сознание Кришны, то есть он сознательно решил закончить со своим отчуждением от Бога, со своими страданиями, он стал на эту позицию сознательно, все хорошо, он ученик. Но при этом у него крайне низкий уровень благочестия, при этом у него очень, как сказать, слабая как интуиция, потому что разум – это интуиция, способность чувствовать, как правильно действовать, как правильно говорить, когда говорить, когда не говорить, в какой момент говорить. То есть разум – это способность чувствовать, вот именно вот, чувствовать время, ритм жизни, да? Чувствовать, когда вот, человеку, допустим, можно сказать вот какие-то вещи такие серьезные, требующие какого-то, ну, то есть такие суровые даже вещи. А когда этого лучше не делать? То есть если у человека слабый разум, будхи, раскверненный разум, если уровень благочестия низок, то человек на интуитивном уровне, он предрасположен к оскорблениям. То есть человек не может не совершать оскорблений, потому что у него как бы нету вот этого сердечного, ну, как компаса. Он, даже если он выучил этикет, ну, в этикете же нет правил поведения на все случаи жизни, да, там какие-то общие вещи есть. Вот. Человек даже может выразить вам почтение, вот так руки сложить и улыбнуться, но вам будет это неприятно. Может даже вас оскорбить. Потому что вы видите, что на самом деле человек чувствует совсем другое. Вот, поэтому вот эта вещь имеет большое значение чистота нашего разума. Потому что именно в разуме существует вот эта вот, как бы, вот эта вещь, которая создает как некий эмоциональный вот этот вот и мир, то есть создает мир. То есть разум, он создает мир. То есть люди могут жить в мире благодаря разуму. То есть именно разум делает человек, людей способными на это. И если у человека разум не развит, то он будет всегда создавать беспокойство.
вольно либо невольно. В Писании говорится: «Шрути смрити пуранади панчаратра витхим вина, айкайтики харер бхакти уппатаяйва калпате». То есть Рупа Госвами говорит о том, что если преданный совершает свое служение, и это преданное служение не согласовано, то есть не находится в несогласованном настроении, шрути, смрити, пуран, то есть человек не обладает культурой, то его преданное служение будет просто причинять беспокойство окружающим. Вот. Это та вещь, которая просто неизбежна. Поэтому Рупа Госвами говорит вот этот стих. Он говорит, что преданный для того, чтобы очистить свое сердце, очистить свой разум, то есть очистить свою природу, они должны стараться сознательно вступать вот в эти любовные отношения. То есть это своего рода садхана, меняющая наш разум. Это очень важно. То есть это садхана любви. Преданный должен учиться тому, каким образом, с любовью предлагать просад. Немножко фонит микрофон. Вы не чувствуете? Не чувствуете, да? Харибол. Железный призвук. Да, вот сейчас лучше. То есть преданный, он должен готовить просад для других преданных. Учиться кормить других преданных. Не только вот он сидит, и ест просад на воскресной программе. Если преданный только сидит и кушает просад, он не развивает любовных отношений с другими, то есть он не очищает свой разум в той степени, в которой должен был бы очистить. Потому что когда мы принимаем просад, это замечательно, но когда мы предлагаем преданным просад, это становится настоящей, целостной вещью. То есть это любовь, она имеет две составляющих, она обоюдная. Мы кормим и мы принимаем от других. Вот. И когда мы предлагаем преданным просад, мы должны не просто предлагать им еду, мы должны предлагать им любовь. Точно так же, как мы по Кришне предлагаем подношение, мы предлагаем не еду Кришне, мы предлагаем свою преданность, мы смотрим на божество, мы повторяем мантры, мы просим Кришну принять. Вот, и Кришна принимает нашу любовь. И пища, она трансцендентное приобретает свойства по той причине, что присутствует любовный обмен. То есть мы предлагаем Кришне любовь, и Кришна предлагает нам свою любовь. И эта любовь входит в подношение, и от подношения меняет свои свойства, оно становится просадом. Точно такой же обмен любовью происходит между преданными. Когда, допустим, преданный предлагает другим преданным просад, он не просто предлагает еду, допустим, когда он раздает пищу во время воскресной программы, он предлагает просад преданному, он смотрит на преданного, смотрит ему в глаза, он вступает в определенный эмоциональный обмен. И тот преданный, который принимает просад, он тоже должен смотреть не просто себе в тарелку, а сколько там ему положили. Что-то вы соседу что-то больше положили. А что это так, то есть претензии смотрят на раздатчика, а что так мало-то положили? Вы можете, конечно, посмотреть на раздатчика, в смысле, раздатчик поймет, в чем проблема. То есть это просто происходит само собой. Если есть обмен между людьми, то люди прекрасно понимают вообще, что происходит. И вот эти связи сердечные, они становятся глубже, они углубляются. Это и есть семейная культура, это есть культура общины сердца. То есть преданные приходят в общество преданных для того, чтобы послужить, приготовить что-то и принять от других преданных то, что они приготовили. Вот. Это должно быть культура. И если мы считаем, что мы должны просто приходить в общество преданных для того, чтобы просто почитать просад, то наше духовное развитие будет очень слабым. Оно будет лишено вот этой целостности. Дальше Рупа Госвами говорит: «Гухья макьяти причхате» означает, что преданные говорят о сокровенном. Да, вот вчера эта тема обсуждалась, когда мы здесь все сидели, тоже этот вопрос звучал, этот стих также цитировался. Вот. И
В чем заключается проблема? Почему нам очень трудно бывает воспользоваться этими наставлениями Рупы Госвами? Дело в том, что часто мы как бы, мы когда общаемся друг с другом, то люди в основном так устроены, что они хотят быть услышанными, да? То есть основное, как бы основная черта человека заключается в том, что он хочет быть услышанным. Он хочет, чтобы его услышали. И когда человек вступает в отношения с другим человеком, он практически другого не слушает. Может быть, даже он и слушает, но он реально как не слышит то, что подразумевается, да, в этом послании. Вот эта вот глухота, она связана с тем, что когда мы слушаем другого человека, мы как бы обращаемся к своему уму, мы не обращаемся к Кришне. То есть, когда мы слушаем другого, мы обращаемся к своему уму. И что в этом случае происходит? Когда мы обращаемся к своему уму, то когда мы слышим то, что говорит другой человек, мы автоматически как бы на это реагируем. То есть, мы оцениваем то, что мы слышим. У нас происходит автоматическая оценка. То есть, мы воспринимаем то, что мы слышим, субъективно. Вот эта субъективность или предвзятость восприятия, она, собственно говоря, является причиной того, что люди друг другом разочаровываются и не могут вступать вот в эти близкие отношения. То есть они не формируют культуру отношений. Причина именно в этом, в предвзятости восприятия, предубежденности восприятия. То есть любое восприятие предубежденное, любое субъективное восприятие. Единственный способ воспринимать самого человека, саму личность, это обращаться к Кришне. То есть, когда мы слушаем другого человека, мы должны стараться обращаться к Кришне в своем сердце, слышать как бы присутствие. То есть, там Бог должен присутствовать. Если Он присутствует, если есть третий, то тогда отношения становятся, они развиваются, становятся духовными. Но если есть только двое, то это будут просто взаимные претензии. Это будет, просто будет взаимная какая-то попытка, чтобы меня услышали, и в результате взаимная разочарованность. К этому приходят все. То есть мы начинаем все очень хорошо, вначале все очень интересно, новый человек, новые вопросы, новые какие-то отношения. Вот. А потом начинает накапливаться неудовлетворенность, начинает накапливаться вот это вот, как бы, мир уходит. Почему? Потому что мы упускаем Бога, то есть Бог уходит из наших отношений. Мы начинаем видеть причину происходящего друг в друге. То есть возникает вот этот эгоцентризм, связанный конкретно с личностью, с которой мы имеем дело. Вот. И поэтому, когда Рупа Госвами говорит «Гухья махьяти причхати», он имеет в виду, что мы говорим не просто друг с другом, ну, как бы, не просто удовлетворяем чувства друг друга, да, то есть я вот послушаю тебя, ты послушаешь меня, и у нас такая будет прекрасная психология взаимоотношений друг с другом. И никакой психологии не будет. То есть если мы пытаемся прибегать к каким-то искусственным способам сосредоточения внимания или каким-то техникам просто понять человека, в смысле, вот, ну, просто понять, какой у него склад ума. Вот этот человек, он там сангвиник, а этот человек, он интроверт, этот экстраверт и так далее. То есть все вот эти вещи, они находятся в гуне страсти. Это означает, что мы пытаемся просто, ну, как бы подстроиться под восприятие другого человека. Но любой, каждая личность имеет сверхдушу в сердце, и в конце концов человек поймет, что его не слышат, и, ну, как бы, его просто игнорируют. Вот. Поэтому здесь очень важно во взаимоотношениях друг с другом, очень важно то, что мы именно, как бы, мы пытаемся то, что вот мы слышим, мы пытаемся слышать в контексте сознания Кришны, мы как бы задаем вопросы Богу. Мы уточняем то, что мы слышим, мы пытаемся понять, что человека беспокоит.
И мы, как, мы не, так сказать, не угождаем ему, мы не говорим, о, ты такой вот бедный, несчастный. И, ну, конечно, человеку можно там посочувствовать и так далее. Но мы должны, если мы сосредоточены на Боге в своем сердце, если мы находимся в молитвенном настроении, мы обязательно почувствуем тот момент, когда человеку можно сказать правду, какую-то такую вот реальную, необходимую ему правду, которая будет воспринята им как что-то важное, будет воспринято им с благодарностью. Вот именно в этом заключается чудо взаимоотношений. Чудо взаимоотношений присутствует тогда, когда мы общаемся друг с другом, и при этом мы не забываем Кришну. Поэтому гухьям. Гухьям означает сокровенное. Это означает, что то, что мы слышим, какая бы это, казалось бы, внешняя ерунда ни была, например, там, ну, ребенок что-нибудь там говорит, но он может говорить, понятно, там, даже взрослые говорят, не тогда, как дети. То есть они говорят просто вот, как, вот просто человеку что-то не понравилось, там, вот он начинает вываливать свои какие-то там претензии, какие-то там проблемы и так далее. То есть человек совершенно себя не контролирует. Вот. Поэтому нужно сначала дать возможность человеку как бы прийти в себя, то есть выразить ему какое-то сочувствие, понимание свое. Вот, а затем постараться вместе, не в одностороннем порядке, а вместе с тем человеком, в котором мы говорим, найти путь к решению его проблем и к тому, чтобы человек действительно обрел счастье. То есть здесь очень важно то, что мы вчера обсуждали, люди практически, ну, не особо склонны вот к такого рода общению. В основном общение происходит формально, то есть люди общаются, допустим, они живут в семье, и предполагается, что человек, ну, как бы близкий, и он все понимает. То есть это близкий мой человек, допустим, это преданный. Он предан, он повторяет 16 кругов. Естественно, он знает, зачем нужно заниматься преданным служением. Поэтому, когда возникает конкретная необходимость что-то сделать, предполагается, что человек уже вдохновлен, потому что он преданный. Но на самом деле каждое, как бы, вот смысл общения заключается не в том, чтобы вдохновить просто друг друга, а смысл общения заключается в том, чтобы наша деятельность, она стала спонтанной, чтобы она стала, чтобы мотивация деятельности стала любовной, чтобы нами двигала любовь, а не просто желание что-то выполнить просто потому, что это правильно, так нужно делать. Ну да, это правильно поклоняться божествам, это правильно повторять святое имя, это правильно, ну, там, совершать какие-то действия в преданном служении, садхану выполнять, все это правильно. Но вопрос заключается в том, что при этом мы чувствуем, то есть каково наше чувство, каков наш мотив, какова наша лаулья. Рупа Госвами Прабхупада говорит, что именно вот эти вещи, да, то есть атихара, праясашча, праджалпони, ямаграха, джанасангашча, лаулимча. То есть вот эти все качества, они должны быть превращены в духовные. В том числе должно быть чувство определенное, потребность. Вот эта потребность создается благодаря вот следованию, наставлениям этого стиха. То есть у преданных появляется духовная семья. Если есть духовная семья, то действие начинает совершаться в преданном служении. Как? Если у нас появляется духовная семья, какие будут наши действия в преданном служении? Спонтанными. То есть преданное служение становится спонтанным. Чистое преданное служение – это спонтанное преданное служение. Вайдхи Бхакти тоже можно отнести к разряду преданного служения, только по той причине, что оно
совершается осознанно. То есть человек действует осознанно, в результате тоже садху-санги, он получает вдохновение для того, чтобы совершать преданное служение. Часто мы думаем, что вайдхи-бхакти – это деятельность, осуществляемая из чувства долга. Но когда мы говорим «чувство долга», мы имеем в виду, что наша, ну как бы мы, наша осознанная позиция, то есть мы знаем, что мы делаем, мы вдохновлены. У нас есть это чувство вдохновения. Поэтому вайдхи-бхакти и спонтанная бхакти, рагануга-бхакти происходит благодаря вдохновению, которое возникает откуда? Откуда берется вдохновение? Из санги, от гуру. Из общения с гуру приходит вдохновение. И вот эта вот вещь, она очень важна. То есть, если мы понимаем, что мы нужны гуру, что то, что мы делаем, это нужно, что это авторитетно, тогда мы совершаем вайдхи-бхакти. То есть, если у нас есть вдохновение совершать преданное служение, это вдохновение связано с тем, что мы видим, что да, это нужно моему духовному учителю, это нужно Прабхупаде, нужно Кришне. То есть, я совершаю авторитетное преданное служение, угодное Богу. Это создает в сердце преданного вдохновение выполнять чистое преданное служение в настроении вайдхи-бхакти. Это вайдхи-бхакти ведет нас в духовный мир, ведет нас на Вайкунху. Но для того, чтобы преданный мог прогрессировать в сознании Кришны еще как бы глубже, для того, чтобы он мог прогрессировать в сознании Кришны в настроении Галоки Вриндавана, в настроении движения Санкиртана, Чайтани Махапрабху, для этого недостаточно даже осознанного вдохновения. То есть преданному нужно чувство, нужна любовь. То есть должно быть спонтанное желание это делать, влечение. То есть приводится пример, Шрила Прабхупада приводит пример, как юношу и девушку влечет друг к другу, они друг для друга много всего могут делать, когда у них есть вот эта романтика, да? Романтические отношения, они готовы там на многое. Но когда романтика заканчивается, то начинается чувство долга, да? И чистое преданное служение, спонтанное преданное служение возникает тогда, когда возникает вот это вот ощущение родства, что эти преданные, духовный учитель, они не чужие для меня люди, это дорогие для меня преданные, это моя семья. Именно вот это чувство родства называется самбандхануга на санскрите. Именно оно является характеристикой любви. Допустим, преданные, когда совершают преданное служение, он достигает стадии бавы. Бава означает, что чувства преданного включены, он как бы он в состоянии находится такой, он как бы он действует со вкусом, с таким энтузиазмом, его эмоции, они как бы видно, что человек, он включен сознательно. Это называется бава. Вот. И бава-бхакти имеет вот эти характеристики, что человек не теряет времени зря, он не подвергается материальным соблазнам, потому что он внутренне занят, он творчески занят, это и есть бава. Но према отличается от бавы именно ощущением родства, что Кришна мой, что преданные мои, это мои близкие, это мои родственники в духовном смысле этого слова. Вот это према. Разница от бавы именно вот это чувство, мамата, мое. Точно так же, как в материальном мире вожделение, кама проявляется через чувство собственности. Это мое, моя жена, мой ребенок, моя собственность. Точно так же в духовной жизни, для того, чтобы обрести любовь к Богу, нужно обрести чувство прибежища, что это мое.
Потому что вечно жить можно только в семье, вот в этом состоянии, как бы эти люди, с которыми, ради которых я готов служить вечно, потому что это моя духовная семья. Мы сейчас этих вещей просто не можем даже понять, потому что мы приходим в движение сознания Кришны, большинство из нас приходит в движение сознания Кришны, потому что у них, ну как бы, есть определенные страдания. Это могут быть ментальные страдания, физические страдания. Но так или иначе человек одинок. И он приходит в сознание Кришны, он зализывает раны, как бы у него становится все хорошо. Но нужно для того, чтобы решить вот эту проблему, проблему вот именно невежества. Что такое невежество? Невежество – это привязанность. Невежество – это мамота, чувство собственности, чувство вот вожделения. Вот это невежество. И для того, чтобы по-настоящему избавиться от невежества, недостаточно отстраниться от него с помощью духовной практики. Нужно заменить его на другую мамоту, на другую привязанность. Вот это и есть как бы чистое состояние чистой преданности, когда у нас появляется вот эта вот вещь. И, собственно, вся практика сознания Кришны предназначена для того, чтобы прийти к этому. По крайней мере, мы должны об этом знать. Мы можем этого сейчас не чувствовать, да, но знать об этом мы должны, потому что это является целью практики прайоджаны. Итак, есть самбанха, пхидея, прайоджана. Самбанха означает знание о том, что есть Бог, что я душа, у нас есть вечные взаимоотношения, вот, и что эти взаимоотношения реализуются в духовном мире. И также в этом материальном мире, если мы находимся в духовном обществе, то есть в духовном мире, здесь мы находимся среди преданных. Кришна живет только среди преданных. И это самбанха, то есть это знание о том, что представляет собой истина. Абхидея – это то, чем мы занимаемся, да, это практика бхакти-йоги. Мы повторяем святое имя Господа, мы служим божеству, мы то, о чем Рупа Госвами говорит вот в этом стихе, это абхидея. То есть это мы готовим прасад для преданных, мы принимаем прасад, мы делимся сокровенным, выслушиваем других. Это садхана, то есть абхидея. Но есть еще прайоджана. Прайоджана – это результат. То есть прайоджана – это цель. И вот очень интересная вещь, что когда мы, допустим, предлагаем преданным прасад, это абхидея, то есть это садхана. Но когда мы предлагаем преданным прасад и при этом чувствуем любовь, это уже совершенство. Это уже как бы према, то есть начало премы, уже любовь проявляется, любовь к Богу. Когда мы предлагаем Кришне, я вот говорил об этом, да, что мы должны обрести вот это чувство, что Кришна принял, мы должны почувствовать какую-то вот связь. И преданные могут думать, это очень высокий уровень, как мы можем это делать? Но дело в том, что ачарьи говорят, что в абхидее, в практике, в садхане должна быть уже прайоджана. То есть крупица прайоджана должна быть в практике. И если ее там нет, то прайоджана из практики не возникнет. То есть, если я совершаю садхану, но в садхане нет никакой бавы, то какого-то вот, какой-то эмоции, чувства, какого-то отношения, то сам бава из садхана не возникнет. Это будет просто не яма-граха, ритуальная деятельность. Поэтому эти вещи, их нужно практиковать. То есть, если мы это делаем, мы должны добиваться результата. То есть садхана должна быть результативной. Если она не результативна, и нас это устраивает, я повторяю святое имя, ничего не происходит, нету какого-то, какой-то связи. Я думаю, нормально, это мой уровень. И этот уровень продолжается 5 лет. 10 у кого-то лет продолжается. И человек думает, у него все хуже и хуже. То есть, я повторяю, я свой долг выполняю.
Это означает, что человек находится в опасности, то есть он может уйти с пути бхакти, потому что он не проявляет свою преданность, ограничивается только религиозной деятельностью, ритуальной. Итак, этот стих очень важен. Он описывает именно то, что каждый из нас может почувствовать. То есть просад чувствуют все. Отношения чувствуют все. Когда мы общаемся с другим человеком, вот это вот слышит меня или не слышит, проявляет ли уважение ко мне, либо навязывают просто свои какие-то, ну, какую-то реакцию, оценивают меня, просто пытаются там, как бы предубежденно, да, все воспринимают. Это любой может почувствовать. Если отношения между преданными предубежденные такие, то это будет просто разрушать все. То есть люди будут просто, в конце концов, чувствовать, что им друг до друга никакого дела нет. И тогда кто нас всех может объединить друг с другом? А? Вражда к другому. Ну да. Либо вражда к другому, то есть зависть какая-то, либо нам нужно будет какой-то такой вот, может быть, какой-то лидер, который нас всех замкнет просто на себя, вожак. То есть люди могут друг с другом отношений не иметь, но с лидером у них отношения будут. Поэтому они как бы вместе все. Но между ними отношений нет. Понимаете, да? То есть есть вот тот, которого мы как бы вот служим, через которого мы служим Кришне, а мы друг другу, мы как бы, ну вот да, вот мы есть, мы рядом, но наша санга, она не является причиной нашего преданного служения. То есть не является, нет здесь побудительной силы, нет садху рядом. Вот это состояние, как бы, оно делает человека крайне уязвимым в сознании Кришны. То есть сознание Кришны становится сознанием Кришны Каништ. То есть это сознание Кришны Каништатхикари. Каништатхикари думает, есть только я и мой гуру. Ничего остального не существует. Все остальное – это майя. А Мадьяматхикари, он видит преданных вокруг себя, он видит садху. Даже если там есть какая-то крупица святости, он все равно ее видит, эту крупицу. Он думает, вот это преданный, у него есть преданность. Я могу у него поучиться, я могу с ним общаться. Он может общаться даже с людьми на улице, если они невинны. С любовью. Он дает им Кришну, он как бы говорит, ну, говорит о каких-то вещах, которые могут привести к Кришне. Это все происходит с любовью. Вот это Мадхьяматхикари. У Мадхьяматхикари есть любовь к Кришне, к преданным, к живым существам. Единственное, асуров он сторонится. То есть асуров он избегает. Почему? Потому что асуры настроены враждебно по отношению к Богу. Кстати, асуров еще надо поискать. Их не так-то много. Поэтому у Мадхьяматхикари у него есть любовь. У Каништатхикари есть только вот эта вот вещь. У него есть только вот вера во что-то такое, как бы крутое. Вот если что-то круто, я в это верю. А если это такое обычное, ну, обычный человек рядом со мной, обычный там, ну, как бы вот, обычный киртан, ничего особенного. Ну, я как бы, я это уже видел, я это уже слышал. Вот что-нибудь крутое будет, какое-нибудь крутое событие, вот туда я пойду. Это умонастроение Каништатхикари. Потому что он не хочет иметь дело с духовной реальностью, он хочет иметь дело с ее как бы внешней оболочкой. С тем, что вот, ну, как бы выглядит очень так вот возвышенно. Поэтому вот этот стих, он предназначен не для Каништатхикари, как бы это человек в умонастроении Каништатхикари, он просто не в состоянии ему следовать. Он не в состоянии находиться в садху-санге. Его оттуда просто выталкивает. Крутизны ведь нет никакой. Понимаете, намахата. Ну какая тут? Ну вот такие люди вот. То есть человек не хочет ответственность принимать. Потому что Мадхьяматхикари – это тот, кто отвечает за свою сангу. Вот есть моя санга.
Есть лидер Намахаты, хорошо. Но я тоже являюсь как бы лидером Намахаты. Я тоже являюсь членом Намахаты. И в будущем я буду лидером Намахаты. Вот это называется Мадьяма-дхикари. И поэтому, когда что-то в Намахате происходит, какие-то сложности, например, в Санге происходят, он не думает, что это проблема только лидера. Это и моя проблема, и всех нас проблемы должны вместе решать. А не свешивать все на одного человека, который за все отвечает. Потому что когда такая вещь происходит, то из такой намахаты не возникают. То есть происходит в результате просто заболачивания. Люди просто постепенно высыхают. Почему? Потому что таково свойство каништхи. Каништха очень слабо. То есть мы давали определение адхикары. Адхикара – это способность прогрессировать в сознании Кришны. То есть каништха адхикари практически не прогрессирует, чуть-чуть. То есть он имеет склонность к деградации. Он такой, занимает такое положение пограничное. Немножко прогрессирует, потом может деградировать. Но в целом он как бы продвигается, если находится под руководством Мадьяма-дхикари. Мадьяма-дхикари, он проповедует, он общается с преданными, с любовью, он прогрессирует очень быстро. То есть его прогресс, ну, такой серьезный, он счастлив в сознании Кришны. Он сияет, у него есть энергия. Собственно, то, что мы обсуждаем, вот то, что вчера говорилось, там, что человек предан должен быть браманом там, и так далее, это, собственно, философия Мадьяма-дхикари. То есть она годится только для того, кто хочет быть Мадьяма-дхикари. Если человек хочет быть Канишкой-дхикари, для него эта философия будет неприятной. Ну что это значит быть браманом? Вот сейчас прямо быть браманом. Это как-то это непонятно. Ну я понятно, что я стану когда-то браманом. Вот сейчас я тело, в дефиците всех нахожусь, в претензиях. И вот благодаря тому, что вот я вот это вот все практикую, я потом избавлюсь от всего этого и стану браманом. Все у меня станет хорошо. Но так не работает процесс. Для того, чтобы стать браманом, нужно принять сейчас, что я браман. То есть я целая целостность. То есть принять ответственность. Сейчас я не могу ее принять, вот как бы, чтобы вот это все получилось, но я должен философски принять, то есть с верой отнестись к этому. Если вера есть, тогда все начинает работать. Если я не верю, что я браман, тогда в любой ситуации я буду находить оправдание. Этот человек меня беспокоит, этот человек плохо управляет, это как бы, ну там... Допустим, этот оскорбитель там, и так далее. То есть человек будет постоянно находить оправдание, постоянно будет предъявлять претензии. Почему? Потому что он не руководствуется своей верой, духовной верой. Нет ахам брахмасми. Если у преданного нету вот этого как бы частицы божественной внутри, то Кришне он не интересен. Потому что Кришна браман. И браман замечает только брамана. То есть, если у человека есть вот эта частица, как бы вот это благородство какое-то, вот ну, такое вот желание, как бы способность быть счастливым, способность быть ответственным, служить, как бы, то есть человек хочет жить нормальной такой жизнью, как бы, ну, насыщенной, да, такой интересной, то для Кришны такой человек интересен. Такой преданный Кришне интересен. Вот. А если преданный все время говорит себе и окружающим, что он тело, что он ум, что у него куча проблем, что он несчастен, и вообще как бы вот... То есть он не верит в самого себя, он не верит в присутствие как бы вот этого дара, даров в своей жизни, то, ну что ему может помочь? Конечно, он может оставаться и продолжать получать милость, и в какой-то момент это может проснуться благодаря просто милости, благодаря очищению. Но некоторые очень упорны, очень упрямы в своем отказе от собственной сущности. Вот такие люди, упрямые в своем желании страдать, они уходят из движения. Ну, человек просто, ну, как бы ему нужно оправдание, и никогда никаких оправданий не остается, он просто берет и уходит. Ну, потому что это единственный способ сказать, ну, вот как бы здесь у меня не получается, не получится, и поэтому я найду себе другое место попроще. И
Итак, вот этот стих, четвертый стих, он необходим для того, чтобы строить свою семью, принять ответственность и практиковать любовь, ну, развивать эту любовь, взращивать ее. Это садхана любви, садхана чистого преданного служения. И удивительная вещь, вы можете дать человеку просад, обычному человеку можете дать просад, вы можете заглянуть ему в глаза, как это нахренами происходит. Человек получает просад, преданный посмотрел на него, во взгляде преданного есть вот эта вот искра, ну, как бы вот радости, да, духовной радости, у него есть искра благословения, искра отношения. Человек получает любовь, он получает этот просад, и он как бы, у него остается самскара, у него, он получает агьята сукрити, и он становится преданным. Этот человек обязательно станет преданным. У него нет шансов не стать преданным, потому что это любовь. Любовь, она управляет всем, она является высшим правителем, любовь. Ничто не может противостоять любви, ни карма, ни гьяна, ни йога, ничто не может сравниться с любовью. Поэтому хотя бы крупица любви, она делает чудеса. И преданные должны стремиться на санкиртану, на харинаму. Для чего? Для того, чтобы общаться с людьми, для того, чтобы вступать в них в эти отношения. Дадати прати грихнати гухьямах яти причхати. Шрила Прабхупада говорит там в комментарии, что эти отношения мы вступаем не только с преданными, вообще со всеми людьми. Мы даем им книги, он там пишет. Люди, ну как бы, они приходят, они почитают просад в наших храмах, они приносят пожертвования, они хотят что-то сделать, они говорят, а что мы можем для вас сделать? То есть это естественно для любого живого существа. Поэтому некоторые выходят, проповедуют для того, потому что ими движет это сознание Кришны, то есть чувство как бы вот этого духовного долга, да, то есть делают ответственно, выполняют свое служение. Некоторые выходят на санкиртану из сострадания, из любви, для того, чтобы общаться с людьми, для того, чтобы они могли почувствовать Кришну в этом общении. Я вот недавно рассказывал историю про духовного учителя, которого его гуру позвал приехать в Лондон. Рассказывал эту историю? В общем, он приехал, и гуру, он сказал, мне к тебе важный разговор, пожалуйста, приезжай. Он приехал, никакого важного разговора не было. И этот, ну, преданный, он сейчас выполняет как бы функцию инициирующего гуру, он чувствовал какое-то разочарование, что вот я приехал, и ничего вроде не происходит. И в последний день они там ходили по центру города, там по очень населенному как бы вот кварталу, где много магазинов, люди ходят. И его духовный учитель, он смотрел на людей, он был в вайшнавской одежде, естественно, он, ну, как бы здоровался с ними, там говорил «Хари Кришна». Вот, какие-то знакомые там были, он останавливался, разговаривал. Вот, и когда он уже как бы, он должен был уже уезжать, вот, он сказал, ты знаешь, как бы он объяснил, он увидел вопрос как бы в глазах, а что, собственно, зачем мы здесь, и зачем мы ходим вот среди этих всех этих людей, материалистов, корми. Он сказал, знаешь, я очень люблю людей. Вот, это было очень серьезным уроком. Потому что часто, когда мы говорим о сознании Кришны, мы забываем о том, что этот мир – это семья Господа. И здесь все люди, они дороги Кришне. Все люди, они являются потенциальными преданными. Такими же, как и мы. Кто-то из нас 2 года назад ходил так по улицам, ничего не знал ни о Кришне, кто-то 5 лет назад, кто-то 10 лет назад. Но это ничто.
То есть это как бы все, мы находимся в начале процесса. Все люди сейчас в эпоху Санкирты находятся в начале процесса. Мы должны их рассматривать как преданных. Мы должны общаться с ними как с преданными. Если, конечно, встречаются враждебные люди, это понятно, нужно держать дистанцию и так далее. Но если вы видите невинного человека, нужно общаться с ним как с преданным. То есть давать, дарить ему любовь. Вот. И Кришне будет тогда очень сильный давать вкус. В нашем сердце будет проявляться этот вкус. Мы будем чувствовать прогресс в сознании Кришны, очень серьезный прогресс. Есть какие-то моменты для обсуждения вот сейчас, на данном этапе? Да, пожалуйста. Можем микрофон организовать. Секундочку, я немножко какая-то прострация присутствует, то есть преданные какие-то немножко расслабленные. Вы как, вы в теме вообще? То есть такое какое-то вот, может быть, как-то поближе сесть, если это возможно, покомпактнее. Потому что, ну, для меня очень важно присутствие как бы преданных, а то большинство преданных сидят далеко. Спасибо. Да, я слушаю. Этот момент не совсем понятен, что преданный понимает, что он браман, но он не браман. По-другому понимает, что он не браман, но понимает, что он браман. Как это выглядит? Это выглядит таким образом, должно, что преданный как бы. Что он делает? Вот у него, допустим, одна из характеристик знания, 20 характеристик знания, которые Шрила Прабхупада перечисляет, вот эти качества есть также в 13 главе Бхагавад-гиты, одно из характеристик знания – не поддаваться на провокации. 20 характеристик, то есть 20 аспектов знания, одно из них – не поддаваться на провокации. Что это означает? Это означает, что возникает ситуация, когда, допустим, мне что-то, например, говорят, и у меня возникает, ну, какое чувство разочарования, что у меня ничего не получается, я теряю энтузиазм. Да? Это означает, что я попался на провокацию. Допустим, человеку делают замечание. Ну, старший делает замечание, и у человека все обрывается внутри, он же хочет быть, ну, как бы, да, хочет быть крутым или хочет быть признанным, хочет, ну, как-то, чтобы все было хорошо, а тут нехорошо. И понимаете, человеку сразу плохо становится внутри, он теряет энтузиазм, он теряет какую-то связь, он думает, наверное, ну, как бы, у меня, ну, не получается там и так далее. То есть это что означает? Это означает, что человек попался на провокацию. Поэтому знать себя как браман, это значит, что в тот момент, когда это происходит, человек должен понимать, я попался, я отказался от своей души, я отказался от своей целостности. Я ведь, мне сделали замечание, но от этого же я хуже не стал, верно? От меня ведь ничего не убыло, от того, что мне сделали замечание. Наоборот, я же что-то узнал, я же в этой ситуации могу чему-то научиться, верно? Вот это означает быть браманом, даже еще не являясь браманом в смысле полной реализации этой веры. Да? То есть человека, когда у человека полной реализации, когда у человека есть полная реализация, он вообще не попадается. Но когда человек попадается, то у него должно быть вот это вот понимание, что вот, ага, вот она штука, вот чему мне сейчас надо научиться. Вот это означает быть браманом, даже не являясь еще совершенным, ну как бы, не будучи освобожденной душой. Вот, это и есть ученическая позиция. Да. А что, микрофонов нас забрали все микрофоны? Хорошо. Сознание.
Понимаете, вот такую вещь я вам скажу. Если человек находится в бессознательном состоянии, он нуждается просто в просаде. Потому что просад предназначен для бессознательного. Просад действует на интуитивном уровне, он очищает разум человека. Благодаря просаду мы вообще начинаем что-то понимать. Вот человек приходит, пока он не получил просад, он даже не понимает, что в Бхагавадгите написано. Вот я замечаю удивительную вещь. Я общаюсь, допустим, с профессорами, да? Человек умный, прочитал Бхагавадгиту, ты начинаешь с ним обсуждать, а что ты там понял? Он начинает нести всякую чушь. Даешь ему бурфи. Он съел бурфи, глаза посоловели, и начинается, как бы, человек начинает слушать, начинает что-то понимать. То есть человек меняется разум, он меняется сразу же от соприкосновения с просадом. Почему? Потому что у разума какая функция? Разум питается расой, он питается вкусом. Раса возникает благодаря отношениям, раса возникает благодаря вкусу пищи, и раса возникает благодаря собственности. Поэтому Рупа Госвами говорит в этом стихе как раз о трех вещах. Он говорит о пище, он говорит об отношениях и он говорит о собственности. Потому что эти три вещи являются источником расы. И именно эти три вещи меняют наш разум. Мы еще об этом поговорим. Вот. И когда человек находится в бессознательном состоянии, он получает расу на язык, получает вкус просада. У него меняется разум, и он начинает как бы прогрессировать, то есть у него появляется прогресс. Поэтому пока человек находится в бессознательном состоянии, просад, как понять, что, вот человек, что человеку нужен именно просад? Вот человек съел просад, и у него эйфория такая, у него пробуждается какой-то, вот, какой-то энтузиазм появляется. Это признак того, что человек сидит на просаде. Но когда человек ест просад, и уже с ним ничего не происходит, да? Ну нету ни эйфории, ни вот этого вот всего нету. Это означает, что его нужно обучать уже сознательным вещи, то есть его надо тренировать. Все, хватит, то есть он получил как бы свою детскую порцию. Теперь его нужно тренировать как ученика. То есть человек, если засидится в этом просадном состоянии, он просто начнет возвращаться в материальные желания. Понимаете, да? Поэтому преданный, сначала он как ребенок, он сидит на коленях у мамы, пьет мамино молоко, и он счастлив. Это детство в сознании Кришны. Но как только у него появляется какая-то, вот что-то он хочет там, как бы вот, его надо сразу начинать тренировать, потому что если этого он пропускает этот момент, он просто уже просад, уже его не цепляет. Вот поэтому касательно бессознательного надо смотреть. Если человек ест просад, и все, он готов как бы вот, заниматься преданным служением, это его уровень, нормально. Не надо его там строить, ломать ему эго, там, это все бесполезно и как бы это все вредно. Потому что это ребенок. Вы можете ребенка просто травмировать. Вот. Ребенок просто получает любовь и все, ему больше ничего не нужно. Поэтому надо смотреть. То есть если человек находится в бессознательной позиции, то он включается через милость. Но если милость его не включает, с ним надо работать уже по-другому. Ну, интересный вопрос. Смотрите, с одной стороны должен быть патриотизм,
То есть мы патриоты своей намахаты, своей общины. Иркутская ятра Киджай. Это правильно. Или там Улан-Удинская ятра Киджай. Это правильно. Мы должны быть патриотами. Не то, что трава зеленая в Иркутске, а в Улан-Удэ она какая-то жухлая. Это неправильно. Мы должны быть патриотами. В моей ятре самое лучшее все. Тут, конечно, куча проблем. Но это моя ятра. И как бы у меня здесь есть родственники. Поэтому это патриотизм. Вот. Но вот момент сектантства означает, что у нас самое лучшее просто потому, что это мы. Вот это сектантство. То есть это означает, что да, я патриот своей ятры, я патриот своей намахаты, но мы при этом все, как бы, мы являемся учениками, поэтому если у кого-то есть чему поучиться, мы рады этому поучиться. Если мы что-то ценное видим, мы это берем. Мы это берем и мы это прославляем. Мы прославляем служение другой намахаты. Мы прославляем то, что происходит в другой ятре. Мы должны это делать, потому что если мы этого не будем делать, мы превратимся в секту. То есть наш патриотизм, он станет национализмом. Да? Поэтому вот этот вот принцип ученичества, он является антидотом, противоядием против сектантства. Если мы ученики, то мы будем патриотами, но при этом мы будем готовы видеть достижения других и будем привносить это в свою семью. Поэтому нужно быть одновременно и прославлять свою семью, и прославлять также служение других преданных, потому что это позволяет открыть свою намахату, свою общину для, ну, как бы развития, для прогресса. Теперь другая сторона вопроса касательно того, чтобы защищать преданных от, ну, от ложных каких-то влияний. Да? Вот. Это возможно только в том случае, когда в общине есть либо, ну, руководители зрелые, либо санга-руководители, которые, ну, как бы знают, что они делают. Тогда, если приезжает какой-то проповедник, либо они учатся у какой-то другой ятры, они будут не все подряд как бы есть, а именно то, что нужно для прогресса общины. То есть они будут это обсуждать. Как, например, можно видеть, что в тех ятрах, которые являются проходным двором, просто проповедники приезжают и делают все, что хотят. Говорят все, что хотят. Не обсуждая с местными лидерами, какая ситуация, там, ну, что бы вы хотели, там, ну, как я могу вам послужить. Да? То есть, если проповедники ведут себя как господа, то есть один господин приехал, что-то свое там, другой господин приехал, что-то рассказал, третий господин, и ятра, она становится такой, как бы, такой, знаете, то есть, такой просто вот, преданные просто становятся циниками, у них ни патриотизма нету, ни вообще представления о том, что делать, потому что один говорит одно, другой говорит другое. Возникает такое, как бы, раздергая такое, то есть ятра, она разрывается, как бы, она перестает быть чем-то целым. Этого нужно избегать. Любой проповедник, который приезжает, должна быть понятна его тема, зачем, ну, как бы, с чем он приехал, что он себе, ну, как бы, должно быть понятно его послание, и желательно ему, прежде чем он начнет проповедовать, пообщаться с местными лидерами, чтобы почувствовать настроение ятры, почувствовать какие-то потребности, да, которые здесь есть, чем я мог бы помочь преданным со своим опытом, как бы, со своими знаниями. Вот это правильно. Это означает, что проповедник находится в настроении слуги. Вот. В противном случае община, она, в ней не будет формироваться вот этого семейного духа, вот этого патриотизма не будет. Не нужно превращать свою общину в проходной двор. Вот так вот это примерно выглядит. То есть там есть несколько таких вещей, которые на стыке. То есть понимание всегда возникает на стыке разных вещей. Как кажущееся противоречие существует, да, на самом деле. Именно на стыке возникает понимание того, как, ну, зрелое. Да, пожалуйста. Угу. Пожалуйста, у меня два вопроса. Вот я очень признательна за ваш сегодня рассказ, когда Бог сказал, что он любит людей. Вот у меня все время, если
избегать общения с материалистами, у меня возникает, прошу прощения, вот чувство вот ее протеста из-за своего, наверное, несовершенства. Я их очень люблю, среди них так много благостных. Мне кажется, что даже со мной, так кажется, что, может быть, даже наша самая главная цель и какой-то больше приблизить к нашему, вот, к нашему обществу. Поэтому я никак не могу вот, проникнуть в это, вот, избегать. Вот что мне с тобой делать, как правильно относиться к занятию? Это один вопрос. Нет, давайте по кусочкам. Значит, касательно этого вопроса. Помните, мы когда начали разговор, я озвучил, что когда преданные слушают философию, поскольку мы часто, эта философия ложится на определенный стереотип восприятия, мы ее меняем, да? То есть мы производим изменения, подмену. Вот, допустим, в Томске сейчас еще идет суд над Бхагавад-гитой. Знаете, да, об этом? Кто-то знает, кто-то нет. Пусть знающий объясняет незнающим, да? Смысл какой? Что Шрила Прабхупада, он как бы в своих комментариях очень резко высказывается. Он называет там материалистов ослами, там демоны слово используют и так далее. И вот просто определенные люди, которые есть претензии к нашему движению, вот эти вот так называемые сектоборцы, да, они просто сказали так, вот мы возьмем комментарий Шрила Прабхупада и обвиним его в экстремизме. Он экстремист, то есть он как бы он против общества. То есть он выступает против общества, то есть он обвиняет людей в том, что они ослы, там, верблюды, относятся неуважительно, да, к людям. Вот, и там вот такая есть интересная претензия, что они говорят, вот демоны – это все, кто не кришнаит. Вот кто не кришнаит, тот демон или осел в лучшем случае. Вот. Я помню, я написал там статью по этому поводу и предложил просто людям посмотреть, вот встать на позицию Прабхупады, и когда вы слово «Кришна» произносите, вы должны иметь в виду, что это Господь, да? Господь. Ну, не просто Бог, вот конкретные как бы религии, а это Господь. Вот Прабхупада говорит «Кришна», он говорит «Господь». Любой, кто не предан Господу, он кто? Да, то есть вопрос заключается в том, что если вы не преданы тому, от кого вы зависите, кто вам все дает, значит вы непорядочный человек, то есть нет как бы вот, демон, да, то есть, а? Жулик, а? Глупец там и так далее. То есть все сразу становится на свои места. Это вопрос позиции. Если Кришна Бог, если вы принимаете позицию, значит, то, что говорится, это правильно. А если Кришна – это Бог кришнаитов, то тогда это экстремизм. Понимаете, да? Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, что, кстати, у них никаких шансов нет, потому что там вступила за Шрилу Прабхупаду как раз интеллигенция, то есть люди, которые вообще не преданы. И вообще, я сейчас начинаю вообще ломать голову, кто преданный вообще, кто не преданный. Потому что преданные сидят и молчат, а люди, которых мы считаем материалистами, они сражаются за Прабхупаду. Вообще думаешь, вообще, who is who? А когда Шрила Прабхупада говорит, что мы не должны общаться с материалистами, что мы должны избегать общения с материалистами, он имеет в виду только одну вещь, одну единственную и больше ничего. Принимать систему ценностей материалистов в свое сердце. То есть принимать их расу, вкус в свое сердце. А это объясняет Бхактивинод Хакур. Больше, и Прабхупада тоже объясняет в некоторых местах. Больше ничего не имеется в виду. Мы должны общаться с людьми, мы должны любить людей. Но мы не должны принимать грязь в свое сердце. Мы не должны принимать расу, вот эту вот как бы джада-расу, вот эту вот грубую, похотливую расу в свое сердце. Вот что имеется в виду под необщение. Но это ни в коем случае не означает избегать людей. Но когда мы читаем эти вещи, нам никто это не объясняет, мы на основании своего разума думаем, я пошел не общаться. Да. Да. Потому что мы должны правильным образом все эти моменты воспринимать. Иначе мы разрываем связь с Прабхупадой, мы становимся атеистами. Вот.
Теперь можно второй вопрос. Это факт, эта вещь происходит в нашем обществе, происходит, к сожалению, именно из-за того, что мы понимаем сознание Кришны не в русле Рупы Госвами и Шрилы Прабхупады. Потому что для Рупы Госвами и Шрилы Прабхупады сознание Кришны – это семья. А для людей, которые находятся на материальном уровне, сознание Кришны – это просто организация. То есть человек поработал в организации, ушел. Но организация какое дело? Потому что организация, она же думает только о себе. Ну, как бы о своих потребностях. А человек рассматривается как средство. Ну, послужил, спасибо тебе. Благо же получил. Ну, и иди, как бы, дальше. Ну, все, как бы, твое. Ты вот получил свое сукрити. Может быть, в этой жизни тебе хватит. Вот. Но в семье по-другому происходит, потому что в семье как бы люди, они связаны друг с другом, то есть они как бы друг другу не безразличны. У них есть вот это вот ощущение, что этот человек является частью нашего тела. И он как палец. Если вы отрезаете, то вам больно. Если у вас это чувство есть, значит вы в здоровом состоянии находитесь, значит вы здоровы. А если вам от лица отрезают палец и вам не больно, значит вы кто? Вот труп. Хотя выглядите как человек, но вы труп. Поэтому, если кто-то уходит, и преданным все равно, это означает, что это как бы, ну, сообщество мертвое. Оно просто представляет собой, ну, с точки зрения как бы, сообщества, его нет. Просто есть организация какая-то, люди что-то вместе делают. Ну, как быть? Никак не быть. Мы же обсуждаем как раз вот это все. То есть, другое умонастроение. То есть, другое умонастроение в сознании Кришны. Понимаете, одно умонастроение заключается в том, что мы выполняем преданное служение, руководствуясь просто соображениями очищения, да? Тогда человек очистился, то, что он смог сделать, сделал, ушел, как бы это не проблема. То есть мы не считаем, что проблема. Говорится же в Писаниях, что для того, кто принял путь сознания Кришны, нет потерь. Даже если он уходит, он ничего не теряет. И поэтому мы думаем, ну, человек же ничего не потерял, какой смысл беспокоиться о том, что он ушел? Это определенная позиция, это правда определенная. То есть преданный думает, ну, человек все равно Кришну получил, он не сможет его забыть. Он ушел, ну, как бы ничего плохого. Но это не все сознание Кришны, это только его часть. И вот эту вторую часть мы пока еще не знаем. Мы пока еще не знаем, как Шрила Прабхупада плакал, когда преданный уходил, ну, кто-то уходил. Мы не знаем вот этих вот, мы не знаем сердца вот святого, поэтому мы видим только часть наставления, другую часть мы не воспринимаем. Вот. Конечно, Шрила Прабхупада развивал массовое движение Санкиртана, и там были, ну, как бы много преданных приходило и много уходило, это факт. Это было даже при Шриле Прабхупаде. Но Шриле Прабхупада не был к этому равнодушен. Он действительно переживал из-за преданных, которые уходили. То есть это вопрос отношений. Если отношения есть, если есть отношения с преданными, то преданным будет не все равно. А если преданным не все равно, то и Кришне будет не все равно. Как мы станем, да? И иногда кажется, что
Любовь начинается с уважения. Вот я говорил, я описывал, как преданные раздают просад, да? Вот вы берете просад, кладете на тарелку преданному, и вы видите перед собой личность, которую вы предлагаете просад, да? Когда вы обращаете внимание на личность, когда вы смотрите на ему на глаза, как бы, и человек чувствует, что вы предлагаете ему просад, ну, ему, это есть уважение. Это же не любовь. Нельзя сказать, что это любовь, что вот я там, вот у меня слезы текут, как я тебя люблю, вот тебе просад, это все сентименты. Это и есть уважение, но это уже и есть любовь. Потому что, когда вы проявляете внимание к личности, когда вы замечаете личность перед собой, а не просто там плюхаете ему что-то, еду, вы как бы автоматически, каждый из нас автоматически получает ответ. То есть начинается отношение, начинается вот это, вот и есть любовный обмен. То есть, по сути дела, речь идет как раз именно об уважении. Потому что уважение – это и есть начало любви, это ее основа. Поэтому, когда я употребляю слово «любовь», я не имею в виду какую-то чувственность. Потому что чувственность – это вторичное проявление любви, не первичное. Эмоции, они являются следствием, они не являются как бы причиной. Вот поэтому, когда у нас есть вот эта вот позиция такая, вот мы действительно, ну, как бы мы, ну, неравнодушны, но проявляем внимание, это, ну, можно назвать скорее уважением, но на языке Рупы Госвами это называется прити. Прити, любовь. Он же не говорит в этом стихе о том, что преданные обмениваются всеми этими вещами, и они при этом рыдают, ну там, от переполняющих их эмоций и так далее. Но он называет это прити, любовью. Да, 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 конечно. Это с разной степенью раскрытия или развития одного и того же. Да, вопрос. Вы сказали, что общаясь с материалистами, не нужно перенимать их вкус. Это вопрос в том, как, находясь в обществе материалистов, не перенимать их вкус. Какую позицию это нужно? Ну, есть разные как бы вещи. Вот зависит, надо смотреть по ситуации. Иногда можно делать механически. Например, я помню, вот у меня было яркое впечатление юности. Лежал в больнице, и там рядом со мной был один солдат, который был очень привязан к женщинам, то есть такой наслажденец. И он пытался ко мне подседать и рассказывать мне о своих похождениях. И знаете, я вот реально почувствовал, я не забуду это на всю жизнь, я прям почувствовал, как будто какая-то липкая вещь вползает в мое сердце. Знаете, как вот? То есть человек пытался мне передать вот эту свою расу. И у него это хорошо получалось, потому что у него был опыт, в отличие от меня. И этот опыт, он реально как бы завладевал. Я прям чувствовал, что он завладевает вот моим каким-то вот сознанием. И что я сделал? Я не мог, во-первых, я лежал, я не мог двигаться, ну, как бы я не мог ходить, а он мог. Поэтому он мог прийти и как бы вот. Он был старше меня, я не мог его послать вот куда подальше. И я просто попросил врача перевести меня в другую палату. Так я решил свою проблему. Это также рекомендуется, да, Писание. Если вы не можете человека остановить с помощью слов, то вы должны сделать это с помощью, ну, просто удалиться, оставить это общение. Вот, с помощью слов это лучше, потому что вы можете сказать, там, ну, как бы не надо обижать людей, просто надо как-то перевести тему, сказать, как бы, давайте вот поговорим об этом, меня вот эта тема больше интересует. То есть нужно как-то стараться просто
вести себя просто выше этого, то есть быть, предлагать какую-то другую тему, которая может быть интересна обоим, но не связана с тамосом каким-то, с чувством наслаждения и так далее. То есть нужно проявлять уважение к людям, но при этом не позволять себя использовать в качестве мусорного ведра. Вот как это соединить вместе? Это нужно решать в каждой конкретной ситуации. И для этого нужен определенный жизненный опыт. То есть вот так вот сходу не скажешь. Вот вам рецепт, пожалуйста. Вот так вот. Это постепенно становится понятно. Я запомнил. Вы сказали, что когда человек проходит посадную стадию, после этого его нужно обучать по-другому. А не могли бы вы что-нибудь сказать по этому поводу? Как это должно быть? После того, как человек прошел просадную стадию, у него появляется определенная как бы потребность в самореализации в обществе. То есть он хочет быть, как-то найти себя. Вот, и поэтому следующая стадия заключается в том, чтобы дать ему ощущение успеха, что он в чем-то может быть успешен, что он может что-то делать, и это будет хорошо. Вот, то есть надо для него служение, чтобы он мог быть занят каким-то посильным служением, которое будет приносить удовлетворение, потому что это действительно ценится. Ну, то есть то, что он делает, это ценно. Вот. Потому что если его не начать в этом направлении тренировать, то есть не предложить ему какую-то деятельность, не научить его, он начнет смотреть опять к своим анартхам, ну, опять начнет обращать внимание на свои анартхи. Потому что это... просадная анестезия, она заканчивается, и человек начинает опять чувствовать боль. Вы знаете, у таких людей, как правило, у которых такой вот низкий уровень благочестия, у них, как правило, очень высокий уровень агрессии и зависти. Они начинают, они как бы любят, ну, как подсасывать, то есть как называют, как, ну, да, то есть они паразитируют на чем-то на чьих-то благодеяниях. Поэтому, когда мы помогаем таким людям, то очень важно как бы оговаривать свою помощь, то есть вы что-то делаете, но вот это я делаю для тебя, остальное ты должен делать сам. То есть должен быть такой момент, человеку нужно, ну, как бы не просто для него что-то делать, это будет просто, ну, как, не просто угождать ему, а нужно, чтобы вы делаете, и вы, ну, как бы должны озвучить, что вы это делаете для того, чтобы, ну, как бы он сам что-то мог помочь ему в определенных вещах, чтобы он сам это мог делать. Ну, например, скажем, ну, какие вот есть такие вот жизненные примеры? Человек вот так вот себя ведет. Можно что-нибудь? Тогда можно как бы показать, как это. Угу.
Ну, здесь, да, здесь сложно что-то сделать. Если вы человеку сказали, он не принимает, то, скорее всего, вы ничего не сможете сделать, потому что дальше он должен дозреть благодаря тем проблемам, которые создает его поведение. Как правило, для таких людей таким наиболее сильным аргументом, чтобы изменить себя, является именно страдание. То есть именно через страдание они получают импульс к тому, чтобы смиренно слушать, чтобы пересмотреть свое отношение к тому, что о них думают окружающие. Это приходит именно через страдание. Да, да, к сожалению, приходится ждать очень долго. Потому что самая такая вещь, которая труднее всего поддается лечению и изменению, это этика. То есть этика – это то в нас, что ну, как бы имеет инерцию многих-многих жизней. И за одну жизнь все это изменить, это, знаете, нужно какое, ну, это нужно реальность святое такое вот воздействие на человека, чтобы он ну, как бы изменился на этическом уровне. Поэтому если так сложилась жизнь, что нам приходится жить с человеком, с которым мы чувствуем ну, как бы тяжело, ну, рядом где-то такой человек, мы должны просто ну, набраться такого терпения, вот этой дхарии, о которой мы говорили, да, и ну, просто положиться на Господа, молиться и просто ждать, пока что-то начнет меняться. Ждать приходится годами. Но эффект такой, что чем больше вы ждете, чем более как бы трудная ситуация, и чем больше вы ждете, тем более революционным эффектом оказывается победа. Оказывает победа. То есть вот самые серьезные реализации получает человек вот именно в ситуации самого трудного общения. Самая серьезная реализация. Вот в моей жизни это очень четко прослеживается. Я с десяток лет, наверное, страдал из-за того, что в храме рядом со мной был человек, с которым мне было очень трудно. Я все порывался сменить там место какое-то, но Гуру Махарадж сказал, оставайся, я оставался, и я пытался как бы уважать, сотрудничать, терпеть. Может, даже ему было со мной тоже непросто, я не знаю. Вот. Но после того, как все это закончилось, прошло несколько лет, я понял, что я получил огромный опыт, уникальный опыт. Именно опыт ученичества, которого я бы не получил, если бы вот этого ну, страдания не было. Потому что люди, которые рядом с нами, с которыми мы связаны по служению, по какой-то совместной деятельности, они приносят больше всего страданий. А? И счастье больше всего тоже приносит. Но это еще надо заслужить. Да. Когда мы говорим об интеллекте, то чаще всего мы имеем в виду именно функцию ума. Потому что именно ум обладает этим свойством как бы санкалпа, викалпа, то есть он принимает, отвергает, то есть он действует более механически, он действует как оценочная функция. И материальный разум, он тоже действует как оценочная функция. Что-то нам нравится, что-то нам не нравится, да? Мы оцениваем. Какие-то концепции, какие-то идеи мы считаем правильными, а какие-то идеи считаем вздорными. Это тоже функция оценки. Вот. Но когда разум одухотворяется, то есть когда он соединяется с этой ученической энергией, с энергией сознания, то тогда происходит удивительное преображение. То есть разум, он продолжает оценивать, но он уже оценивает не с точки зрения моего наслаждения, нравится мне это или не нравится, а он оценивает с точки зрения блага, с точки зрения того, ну, насколько это, ну, как бы, вот как поступить, чтобы принести благо, например, да? Мы даже не думаем. Это не то, что какой-то калькулятор, а просто это интуитивно. Становится понятно, да? Что в этой ситуации будет благом, а что нет. Как вот Рупа Госвами говорит, это также есть
в Шаранагати, что мы принимаем благоприятное, отвергаем неблагоприятное, да? То есть это принцип преданного служения. Как мы можем отвергать благоприятное и, в смысле, отвергать неблагоприятное и принимать благоприятное, если мы не можем это различить? И очевидно, что различить это с помощью просто интеллекта невозможно, потому что интеллект работает формально. Вот, допустим, там, я не знаю, как человек, как вот недавно мне задали вопросом, человек в раджагуне, например, что-то делает, он, например, стучит на барабанах, да, играет кармическую музыку. И он в таком вот попадает в это состояние какого-то ажиотажа, он стучит там, как-то себя в этом реализует. И мне задает вопрос человек, а это как бы вообще, вот что с этим делать, как с этим бороться? Ну, я мог бы дать совет, но я спросил, а чем вообще этот вот парень занимался вообще? Оказывается, он принимал наркотики. А теперь он стучит на барабане и наркотики не принимает. То есть вопрос, это благоприятно, что он стучит по барабану или неблагоприятно? Это его садхана стучать по барабану, понимаете? То есть пока он должен достучаться до каких-то вещей более высоких, и это придет. Это его как бы, он перешел в другую гуну, это хорошо. Но с точки зрения вот такого формального как бы интеллекта, можно сказать, ну как бы, ну человек ерундой занимается. То есть интуитивно. Мы должны понять, что за этим стоит, да? То есть какая там подоплека, то есть что реально происходит. Не просто формально, а это майя. Вы в майя прабху. Это понятно, что в майя, в какой именно. Вот это же интересно, понимаете? И вот пока у человека нет интуиции, ему даже это в голову не придет. Ну да, он в майя. А что это конкретно за майя? Это же интересный вопрос. И этот... На этот вопрос интеллект ответить не может. Это может сделать только будхи, духовный разум. Поэтому у разума, у него, как бы вот разум, он питается вот этими вещами. То есть, если, например, мы общаемся там с материалистами, да, которые привязаны к карме, к плодам труда, мы становимся материалистами. Почему? Передается вкус. Верно? Если мы общаемся с гьяни, мы становимся гьяни. Общаемся с преданными, становимся преданными. Почему? Передается раса. То есть раса питает наш разум. Разум – это не мозг, это не ум. Это более тонкая субстанция, это субстанция сердца. Вот. И вот эти вот вещи, они очень важны для понимания. Мы должны беречь свой вкус, культивировать его и не позволять чужому вкусу проникать и красить нашу бхакти. Асад санга тяга. Должны быть сторониться этого момента всего. Что же такое разум? Разум – это естество человека. Это его природа. Природа очень разумна. Вы посмотрите, в природе все удивительно филигранно устроено, очень интуитивно, правильно, точно. Вы посмотрите, деревья как растут, посмотрите, как светило движется по небу. Все происходит очень точно. Почему? Потому что природа разумна. В ней, допустим, вот там вот есть теория эволюции и так далее. Ну вот есть, допустим, живые существа, которые относятся совершенно к разным типам жизни и которые могут существовать в этом мире только благодаря друг другу. То есть друг без друга они существовать не могут. Знаете о таком, да? Что есть, например, рептилии, которые живут только благодаря тому, что в них живут насекомые определенные, которые с жизнедеятельностью их связаны между собой. Они существуют вместе. Это как биосинтез. Они находятся в режиме биосинтеза. Хотя они относятся к совершенно к разным формам жизни. Это же разум. То есть с точки зрения теории эволюции невозможно объяснить, как может в результате эволюции получиться такое живое существо, которое живет за счет существа, находящегося в совершенно другой эволюционной ступени. Это вообще опрокидывает рассуждение человеческого интеллекта. Но может быть понятно только с интуитивной точки зрения, с точки зрения божественного разума. Божественный разум создал все сразу, одновременно.
и человека, и того, кто выше человека, то есть был у Бога, и животных, которые помогают человеку. Все было создано одновременно. Таков разум. То есть разум создает сразу все в целостности, потому что он духовный, он не материальный. А материальный разум, он анализирует, он расчленяет. Вот в чем разница между разумом и интеллектом. Интеллект анализирует, расчленяет. А разум все постигает в целостности, духовный разум. Он постигает интуитивно, в целом, сразу, как одно целое, как откровение. Вот, поэтому до тех пор, пока человек анализирует, он не может понять, а как вот правильно поступить. Потому что он ситуацию в целом не чувствует, он ее не видит, он ее не воспринимает. Какие-то еще есть моменты касательные? Да, пожалуйста. Матаджи. Вы знаете, этот вопрос решается по-разному преданными и имперсоналистами. Имперсоналисты решают этот вопрос: «Ахам брахмасми, со мной ничего плохого произойти не может, поэтому я как бы действую, и я полагаюсь на то, что я душа, и даже если я погибну, ничего страшного, я получу опыт, и в следующей жизни все будет гораздо лучше». То есть человек действует на основании того, что он брахман. В традиции бхакти вопрос решается по-другому. Мы просто все проблемы переводим на Кришну, вот и все. То есть мы как бы мы действуем, мы просто полагаемся на Кришну. Часто преданные думают, что преданное служение, какую-то деятельность совершать трудно, потому что есть страх, что у нас не получится, есть страх, что мы, ну, как бы, что-то сделаем не так, совершим ошибку. Так ведь? Оценка – это сомнение. То есть мы все время сомневаемся. Это функция разума. Сомнение – это функция материального разума. То есть он все время сомневается, он все время оценивает. С позиции того, а как вот будет, а что будет завтра, а вдруг не получится, а вдруг меня не поймут и так далее. Вот, поэтому использовать разум мне, ну, нужно для того, чтобы, ну, как бы принять какое-то решение, но успех заключается в том, что мы полагаемся, ну, как бы ключ в том, что мы полагаемся на Бога. Мы на Кришну полагаемся. Мы не так, как это делают религиозные люди. Обычно религиозные люди, они говорят: «Кришна, Кришна, Кришна, я в тебе, ну, как бы я на тебя полагаюсь, я на тебя полагаюсь». И они столько раз это говорят, что у Кришны возникает сомнение вообще. А полагается ли он? Потому что зачем же талдонить-то все время, как бы, если ты положился? То есть как, в чем проблема? То есть люди все время молятся. «Кришна, пожалуйста, устрой вот это. Ну устрой же вот это». И Кришна, он это воспринимает как: «Я тебе не верю». Понимаете? Это как мужской принцип. Бог – это мужской принцип. А женский принцип – это вот как бы, ну, как природа. Вот у женщины вот могут быть сомнения какие-то. Если она все время пристает к мужчине, говорит: «Ну, ты вообще вот, ты как бы сделай, пожалуйста». У него просто пропадает желание делать. Шиши горнитай киджай. Это материальный пример, но похожим образом энергии действуют. То есть Кришне нравится, когда мы на него именно полагаемся. То есть когда мы понимаем, что он не подведет. Кришна не подведет, мы в это верим. Вот это означает шаранагати. То есть если мы на Кришну полагаемся, то Кришна все очень интересным образом начинает устраивать, все складывается очень благоприятно. А если мы талдоним, если мы под видом молитвы, какого-то предания, мы на самом деле проявляем вот это вот недоверие к нему, то мы обнаружим, что чем больше мы молимся, тем хуже становится.
То есть человек иногда идет на проповедь, он думает: Кришна, пожалуйста, помоги. Вот он как бы вот предается вроде бы, но на самом деле он идет в сомнении. Но когда человек спокойно, он как бы: Кришна, я знаю, что ты как бы все устроишь. И просто сосредотачивается на деле. На том, что ему надо сделать, на каких-то таких позитивных вещах. Он видит, что все как будто само собой происходит, как будто это не я делаю вообще. Я здесь просто свидетель. Это совершенно разные энергии. Поэтому для нас очень важно, для преданных, понять эту природу шаранагати, природу преданий. Это очень важно. Потому что мы вместо этого, мы вместо того, чтобы полагаться на Бога, доверять Ему, мы просто в Него верим. Как бы вот и есть. Поэтому, пожалуйста, сделай. То есть ответ на ваш вопрос, он находится внутри нас. То есть каково наше отношение к Богу. Я помню, для меня был очень важным моментом в духовной жизни, когда я услышал, как духовный учитель сказал такую вещь. Он сказал, что не думай, что ты совершаешь преданное служение. То есть вместе с наставлениями духовного учителя дается и как бы квалификация, полномочия его исполнить. То есть если ты правильным образом относишься к наставлению, то в наставлении уже содержится энергия, с помощью которой это наставление выполняется. Не думай, что ты вот: какое сложное наставление, вот я, как я вообще могу это сделать? Да никак, потому что мы этого и не делаем. Это делает энергия, духовная энергия. Вот эти вот моменты, они образуют суть веры. То есть вера – это понятие функциональное, это не религиозное понятие, это как бы, это, ну, ахам брахмасми, вот это вера. И Кришна тоже брахман. Вот, я не знаю, помогло ли вам это или нет, но вот такая вот вещь есть, она важная, ее нужно осваивать. Хорошо. Там еще рядом пробудешь? Да, вы, пожалуйста. Есть такая христианская заповедь: люби ближнего своего, как самого себя. Угу. Анархии. Зачастую эти анархии как бы искусственно мы пытаемся сбежать. Объясните, пожалуйста, что значит с вашей точки зрения? Мы пытаемся сбежать, вы сказали? Или что? Сдержать анархию. А, сдержать? Это как бы главный принцип любой этики, и ведической этики в том числе. Он означает, что мы хотим, чтобы нас, мы хотим, как бы, чтобы нас уважали, мы хотим, чтобы к нас выслушивали, пытались нас понять. Мы хотим, чтобы к нам относились справедливо. И поэтому мы должны относиться таким образом к тем, кто рядом с нами, потому что с тем, кто рядом с нами находится, это делать сложнее всего. С дальними быть справедливыми проще, чем с ближними, потому что ближние достают, а дальние нормальные. То есть пока человек далеко, он очень хороший, он идеальный. Как только он рядом оказывается, он становится тем, с кем поступать внимательно очень сложно, потому что у тебя уже предубеждения появились, ты уже начинаешь оценивать, то есть для тебя он уже понятен как бы с определенной точки зрения. Ты начинаешь его воспринимать предубежденно, близкого. Поэтому этот моральный принцип означает: относись внимательно к человеку, не относись предубежденно, старайся понять, услышать и так далее. Вот это возлюбить ближнего так, как самого себя. Потому что, как вот мы сейчас выяснили, любовь начинается с уважения. Ну, это, конечно, часть, это не все, но это в контексте того, что мы сейчас обсуждаем, очень важно. Это именно такое понимание. Да, пожалуйста.
Интеллект – это материальный разум. Этот разум, он просто материальный. А я имел в виду, когда говорил о целостном разуме, я духовный разум имел в виду. То есть тамаса будхи, материальный разум, он действует просто как интеллект, просто как машина определенная, которая руководствуется какими-то концепциями, представлениями, оценивает что-то, анализирует, расчленяет. То есть материальный разум, он действует как анализатор, как анализирующий, как бы функцию обладает. Но он не способен фактически к синтезу. Потому что синтез осуществляется с помощью духовной энергии. То есть только духовная энергия позволяет увидеть все в целом. Ом Пурнам, это идет из Бога. Поэтому тут не нужно вводить дополнительные категории, они все уже предусмотрены. Да, пожалуйста, ваш момент. Вопрос жизненный. Но вот меня немножко смущает в этом вопросе некое противопоставление. А почему нельзя давать Кришну с любовью? Почему нужно его впихивать насильно? Но вот решением проблемы, смотрите, решение проблемы заключается в целостности. Целостность – это союз разума, то есть союз чувства и сознания. Нужно сказать матери с любовью, обнять ее, сказать: «Дорогая мама, ты не умрешь, пока я с тобою. Вот по милости Кришны ты будешь жить». И это синтез, понимаете? То есть вы и чувства дали матери, и вы сказали ей истину. Потому что женщина, особенно мать, она не будет философию воспринимать, она будет через эмоции ее воспринимать. Если сын обнял ее и сказал ей о Кришне, она будет чувствовать, как будто Кришна ее обнял, понимаете? То есть человек воспринимает через любовь, вот особенно в женском теле, как бы это очень важно, в 9 раз важнее, чем в теле мужчины, особенно для матери. Поэтому нужно эти вещи соединять. Почему-то у преданных либо сентименты, либо вот истина, либо сатьям, либо приям. Но в отношениях с близкими должен быть сатьям, но в прияме он должен быть там. Без прияма этот сатьям – это просто дубинка, который бьет по голове, и в результате и Кришне уже не хочется, и семья разрушается, и все остальное. Вот в этом ответ. То есть вы должны увидеть свою мать именно как, ну, как Кришне просто понравится, если вы обнимете свою мать и скажете: «Мама, вот я тебя люблю еще больше, потому что люблю Кришну, я тебя еще больше люблю». Для нее должна появиться связь, что Кришна – это не тот, кто разрушает семью, отделяет сына от матери. А Кришна – это тот, кто наоборот, ну как бы очищает это чувство, углубляет его, делает его, вот как бы, что я за тебя, если, ну как бы я за тебя молюсь, ну чтобы у тебя все было хорошо, молюсь Кришне, и Кришна помогает. То есть она должна чувствовать эту связь. В этом заключается бхакти. Бхакти – это чувство, это не просто идеи.
Но когда мы руководствуемся идеями, то родственники, а у них возникает такое ощущение, что Кришна их хочет просто разлучить, что он хочет разрушить семью. Но Кришна не хочет этого. Он хочет ее одухотворить. И он хочет, чтобы ее любовь проявилась, истинная любовь. Вот. Поэтому этим моментом мы должны осваивать своим сердцем. И что она смотрит? Она смотрит на мое решение. Принять любое решение. Понимаете? С одной стороны, мы видим свободу души, что можно принудить, но можно потом пожалеть. То есть она не будет чувствовать радость. По пути к Кришне надо бежать, понимаете? Когда ты бежишь к любимому человеку, к Кришне, к любимому, да, где-то описывают, что бежали, они не замечают даже, как тела оставляли. Когда говорится, что преданные бегут на пути к Кришне и даже не чувствуют, как они свое тело оставляют, при этом преданный не удосуживается выяснить, а как это все начиналось, как этот бег начинался. Начинается, как правило, этот бег с такого состояния, а вообще мне это надо или нет, понимаете? И это каждая джива проходит эту стадию, поэтому... Для, ну, как бы, женщина – это тот же самый, ну, как бы, нет разницы, мужчина и женщина, мы все души, мы все дух. Поэтому это условное различие, но психологически, как бы, понятно, что, ну, как бы, у женщины есть вот это вот отношение, то есть она хочет все. Как в этом анекдоте, да? Знаете анекдот? Чем отличается женщина от бандита? Такой, вот есть такой анекдот в материальном мире, ну, такой поучительный. В чем разница? Бандит спрашивает, жизнь или кошелек? Женщина этого вопроса не задает. То есть женщине нужно все. Особенно если она не преданная. Хотя преданная тоже, как бы, может быть, все равно влияет. Такая природа, просто природа, она дефицитная. Ей надо вот обязательно, вот, чтобы было мое, ну, мое. И поэтому, когда мужчина ударяется в Кришну, то у женщины может возникнуть ревность. И она, чтобы муж ей не говорил, она это будет воспринимать в штыки. Почему? Потому что она воспринимает это как конкуренцию какую-то. Вот. Ну, тем более, если муж увлечен. Да, у тебя Кришна есть, а у меня... Вот. И поэтому, понимаете, здесь как бы смысл вот, понимания природы, вот, отношения заключается в том, что я не один иду, я с тобой иду. И для меня важно, что ты со мной. На этом пути. Вот когда вы это говорите, вы это чувствуете, то женщина это обязательно поверит в это, потому что это будет вашим чувством. Но если вы чувствуете себя отдельно, она вот не хочет, а вот я иду, то она будет чувствовать себя брошенной как бы в этой ситуации, что он ее бросил на этом пути. И поэтому я не знаю, вообще надо ли мне туда идти, я вообще нужна там, как бы. Он же идет, он же счастлив. С тобой иду? Не, она говорит, я чувствую, что я с тобой вместе иду, там тебя поддерживаю. Но у меня, ты говоришь, цель в жизни, говорит, другие. Я, говорит, не собираюсь в этой жизни вообще Кришне идти. За мужчину идет. Что-что? Она идет за мужчиной. Если так. Мужчина идет, все, достаточно этого. И не обязательно идти к Кришне. Ну, конечно, это главный момент. Главное, что она, ну, чувствует, что она как часть, она, семья – это целое. Если она знает, что она нужна мужу, что она реально помогает ему в духовной жизни, какая разница, что это духовная жизнь? Она это поймет, интуитивно поймет со временем. Если мужчина прогрессирует, женщина тоже прогрессирует. Автоматически веды говорят.
Поэтому ей, в общем-то, как бы, что значит, я не хочу Кришне? Ты вообще его видела? Что значит, не хочу Кришне? Ты ко мне хочешь? Хочешь, и все. Я и есть Кришна. Ну, это шутка. Ну, веды говорят, так оно и есть. То есть, если женщина сама не обладает йогической вот этой вот адхикарой, для нее Кришна – это муж. Вот и все, без вариантов. Нараяна, муж Нараяна, жена Лакшми, никаких проблем. Все совершенным образом устроено. Вот. То есть, в отношениях с, вот, с женской стороной как бы семьи больше имеет значение именно содержание наших эмоций, чем содержание наших идей. И мужчины часто этого не понимают. Они думают, жену надо научить, как бы вот, передать ей татву, объяснить ей, так сказать, эти вещи. Но для нее другие вещи более актуальны. Хотя, если, опять же повторюсь, у женщины есть духовное благочестие, для нее важна также истина и философия, и все. Но когда она действует как жена, то здесь другие законы работают. Не нужно эти вещи смешивать между собой. Это культура. Да, пожалуйста. Вы знаете, это интересно. То есть, вот большое очень значение имеет прославление. То есть, мы как бы должны обращать внимание на то, что у нас есть, на те крупицы, вот эти дары, на вот эти вот какие-то прожилки золота, да, которые присутствуют в нашей жизни. Мы должны им уделять внимание. То есть, это называется прославление. То есть мы должны прославлять милость Господа, мы должны прославлять свою удачу. Если мы прославляем свою удачу, то удача возрастает. Если мы прославляем свои анархии, то есть уделяем внимание своим анархам, то анархии возрастают. Это известно. Кто победит, волк или... Кто победит в человеке? В человеке кто живет? Две сущности, да? Победит тот, кого мы кормим. Поэтому принцип духовной жизни заключается в том, чтобы быть благодарным. Вот этот принцип благодарности или принцип прославления, он является ключом к пониманию того, что такое успешная садхана. То есть садхана означает, что мы уделяем внимание тому, что нам открыто. Например, мы видим Кришну, мы видим Божество, мы должны замечать, какой он красивый, мы должны медитировать, уделять внимание вот этому даршину, углублять его, как бы вот... Для этого, ну, вот, ну, какие-то вот такие вещи, то есть, вот радость, да, вот она является ключом к пониманию этого всего. Потому что если человек неблагодарен, он не может испытывать радость, он не может прогрессировать. Вот. Ну, мы вот сегодня обсуждали, сегодня мы с тобой говорили, да, насчет психологии и сознания Кришны. Да, сегодня, да, вроде разговор. Да, вчера был разговор. То есть вот эти знания, о которых мы обсуждаем, они предназначены для людей, которые ну, в соответствующей культуре выросли. Но у нас культура, она ну, такая тамасичная. Поэтому мы крайне неблагодарные и крайне ну, неэтичные существа. То есть мы не можем вот, правильно реагировать в каких-то ситуациях эмоционально. Мы не можем видеть каких-то даров. И поэтому, когда мы знание получаем, оно в нашем разуме трансформируется, оно превращается в какие-то странные концепции, которые разрушают ну, духовную жизнь и так далее. Поэтому нужно общаться со старшими, прояснять все эти вопросы. Сколько сейчас времени? 2:10? У нас еще много всего есть. Есть какие-то жареные вопросы, давайте. Сердце, любовь течет мимо.
наших анартх, мимо грязи. Потому что прасад, он не оскверняется даже нашими анартхами, например. Святое имя не оскверняется. Служение, которое мы совершаем, оно не оскверняется нашими анартхами. То есть ничего из того, что мы делаем тогда, когда мы обращаем внимание на то, что мы делаем, а не на свои проблемы, ничего из этого не оскверняется. То есть мы решили сделать служение, мы его сделали. Это чисто. Но когда мы начинаем думать, а вот я несовершенный такой, я не могу совершать служение, мы уходим с этого пути. Поэтому любовь течет через милость, любовь течет через наставление, любовь течет через наш ответ. То есть мы душа, если даже у нас есть анархия, мы все равно отвечаем на любовь. Способность отвечать на любовь за нами сохраняется. Даже если человек самый падший, самый неудачливый, все равно, когда он получает любовь, он ее чувствует, и он отвечает на нее, и это чисто. Это чистое, это чистое преданное служение. Сегодня Прабхупада Махарадж об этом говорил, что анархи не могут перекрыть милость. Хорошо, ваш вопрос будет последний. То есть он объясняет тем, что не та жизнь. Ага. Но она может быть под покровительством мужа, даже если она не ест мясо. Вопрос только в том, как она это, объяснит ему. Понимаете, мужское эго устроено таким образом, что оно сопротивляется тогда, когда женщина действует независимо, если она если она спрашивает, ты если она так говорит, чтобы подчеркнуть какую-то сильную сторону, да, его личности, его ответственность в этой ситуации, да, то тогда она получает поддержку с его стороны. Так мы все это знаем, что так устроены эти вещи. Поэтому, например, женщина может сказать: ты признаешь за мной возможность жить духовной жизнью или принимать какие-то вещи, в которые я верю, которые делают, дают мне какой-то рост внутренний. То есть ты признаешь за мной право быть личностью, например, да? То есть вот эти... А? Не признает. Все равно нужно дождаться своего часа. Потому что, я еще раз говорю, природа мужского эго очень агрессивная. И когда мужчина сталкивается с определенной ситуацией, которая ему не подконтрольна, он реагирует, как правило, отрицательно. Но если женщина, терпение, женское качество терпения, время проходит, и мужчина сдается. То есть, если женщина хочет чего-то добиться, она добьется своего. Так все устроено в этом мире, что тут поделаешь. Вот. А? Братья с мором. Осада. Кормите прасадом. Прасад оказывает свое действие. Вот. Проходит время, и мужчина понимает, что с женщиной лучше не спорить. Вот. Ладно. Значит, касательно сегодняшней темы, у нас осталось сколько там, 15 минут, да? 15 минут.
Да, сложно как-то это. Ну, хорошо. То есть я говорил о том, надеюсь, вы еще это помните, что разум, Рупа Госвами Прабхупада говорит в этом стихе о том, как бы он говорит об определенной садхане, с помощью которой преданный одухотворяет свой разум, да? То есть у преданных появляется, община, у них появляется семья. Что такое семья? Семья это, семья это определенное как бы свойство разума. То есть люди разумные, они живут с семьей. То есть люди глупые, они живут индивидуально. Потому что когда человек живет индивидуально, он становится подверженным внешним влияниям, он становится слабым и уязвимым. Когда он живет с семьей, он защищен. И какое свойство у семьи, вот любого какого-то, ну там, сообщества людей, да, там, клана какого-то, там, рода, неважно, любое слово можете использовать, психологи используют слово эгрегор, неважно. То есть любая общность людей, она, у нее есть, ну как бы, ее функция заключается именно в том, чтобы дать вот эту расу, то есть дать питание для разума и сделать людей очень эффективными. То есть когда у людей появляется сильный разум, заряженный разум, они становятся очень эффективными. То есть люди, которые живут сами по себе, они очень неэффективны. А люди, которые живут вместе и которые друг с другом отношения прояснили, возникли связи, они становятся очень эффективными. Поэтому те, кто по-настоящему прогрессирует в жизни, в духовной, те, кто по-настоящему процветают в материальном отношении, это те люди, которые процветают. Они, это все происходит в семьях. То есть индивидуалисты, одиночки, они не процветают. Так все устроено в этом мире. И мы говорили о том, что вот есть три вещи, на которые мы испытываем вкус. То есть первая вещь – это отношения. То есть эмоциональный обмен. Вторая вещь – это собственность. И третья вещь – это что? Еда. Правильно. Это чисто научно. То есть мы испытываем вкус к еде, мы испытываем вкус, ну, как бы к тому, что вот является основой нашей жизни, деньги, там, собственность и так далее. И мы испытываем вкус к эмоциям, да? То есть к тому, насколько, ну, как бы, в каких отношениях я нахожусь с окружающим. Поэтому, собственно говоря, человек болезненно воспринимает вот эти три вещи. И в зависимости от того, в каком состоянии находятся эти три как бы, момента, в зависимости от этого находится наш разум. То есть состояние нашего разума определяется этими тремя вот составляющими. То есть где мы получаем свое содержание, как мы его получаем, как мы решаем свои материальные так называемые проблемы. На самом деле материальных проблем не существует. Это просто определенный аспект жизни. Если мы считаем, что деньги – это материя, это глупо. Потому что мы называем деньги лакшми. Это не материя. Это нам кажется, что это материя. А это на самом деле энергия Бога. И для преданного материи не существует. Деньги – это как бы лакшми. Вот. Пища тоже для преданного нематериальна. Это просад. Преданный не относится к пище как к еде. Для него пища – это культ. Также отношения. Преданный не считает отношения материальными. Он называет отношения сангой, сад-санга. Сад означает, что это не просто санга, материальные какие-то сентименты, чувства, а это сад, то есть это божественная энергия. Поэтому что получается? Получается такая вещь, что у нас успех в сознании Кришны определяется тремя вот этими вещами. Во-первых, в каком эмоциональном пространстве мы существуем, одухотворено оно или нет. То есть, как мы общаемся. Вторая вещь – это как мы относимся к деньгам, ну, к собственности вообще. То есть, каким образом мы себя поддерживаем? Духовно это? От Кришны это? Или это от дяди Кали. Вот. И третья вещь – это пища. Да?
То есть насколько мы действительно, ну, насколько вот в нашем, в просаде, который мы принимаем, присутствует духовная энергия. Присутствует она там или ее там мало? Вот, и, собственно, нужно уделять внимание. Конечно, с просадом у нас ситуация относительно благополучная, потому что, ну, просад есть, мы всегда можем предложить изображение Шрилы Прабхупады, божеств. Вот. Не всегда, конечно, у нас есть вот эта сакральность принятия просада, что мы понимаем, что это Кришна просад, что мы принимаем соответствующим образом. Эти моменты страдают, поэтому связь с просадом слабеет. Вот. Хуже дело обстоит с отношениями. Отношения чаще всего такие сложные. Согласны, да? С просадом дело обстоит лучше, чем с отношениями. И самый большой завал с деньгами. То есть деньги – это вообще ужас. То есть у преданных либо их нет, либо они относятся к ним плохо, что деньги – это майя. Либо они жадные до денег, то есть деньги нужны, надо съездить в Индию, денег нет. И вообще как бы третьи относятся к эту тему, вообще предпочитают не обсуждать, потому что это скользкая тема. Вот. И по той причине, что эта тема не обсуждается, она проникает в сердце и оскверняет. То есть, если преданный не смог одухотворить деньги, не смог одухотворить вот эту энергию, то эта энергия будет его осквернять, соответственно. То есть, человек же зарабатывает деньги, он же работает на дядю, и дядя его кормит, не Кришна его кормит, а дядя. И, соответственно, ну, кому я предан? Это интересный вопрос. Своему работодателю я предан? Или я Шриле Прабхупаде предан? Это очень четко проясняется, когда нужно что-то сделать, там, допустим, надо что-то сделать для Кришны, для Прабхупады, и человек говорит, а я работаю. И он так говорит, это гордо. Как будто он, ну, говорит что-то такое вот возвышенное. Слово «работа» означает «раб». А я раб. Он говорит, а я раб, у меня нет свободного времени. И я не могу совершать преданное служение. Потому что мои деньги, они приходят, мне дают ровно столько, сколько нужно, чтобы просто выживать в этом мире и, ну, не иметь возможности служить Кришне или, по крайней мере, думать, что у меня нет такой возможности. То есть фактически в шастрах говорится, что шудры не могут служить Богу. Почему? Потому что у шудры нет свободного времени. У них нет психологического времени. Потому что они не распоряжаются своим, как бы у них нет достояния, у них нет богатства. Вот, поэтому... Когда преданный находится в положении шудры, то есть в положении наемного работника, который работает на дядю, а мы все находимся в большей или меньшей степени в таком положении, то нам становится очень сложно заниматься преданным служением. Поэтому Шрила Прабхупада очень хотел, чтобы преданные как-то решали свои социальные проблемы вместе, как клан, как сообщество людей. Поэтому Рупа Госвами говорит «дадати прати грехнати». Эта пара не означает просто, что ну вот преданные подарили подарок там на день рождения, там ручку там подарил, как бы, да. Дадати прати грехнати означает обмен материальными ценностями, означает, что вы получаете от преданных то, что вам нужно для жизни, и вы трудитесь для того, чтобы обеспечить преданных тем, что им нужно для жизни. Это означает, что по-настоящему вайшнавами мы станем тогда, когда мы будем думать о преданных, а как ты поддерживаешь свою жизнь? Тебе хватает вообще, то есть, ну как бы вот, как ты вот, то есть, вот в это, и предпринимать соответствующие шаги в этом направлении, чтобы преданные могли жить в сознании Кришны, решая свои материальные проблемы. Вот это, собственно говоря, тоже является частью понятия общины сердца, потому что о каком сердце можно говорить, если нам человек интересен до тех пор, пока он что-то делает для общества. А как он сам решает свои проблемы, как он живет, как он выживает, никому до этого никакого дела нет. Какое же это община сердца? Община сердца означает, что нам интересно, как человек живет, как он себя содержит. Вот. И можно ли вместе с ним что-то вместе делать? Может быть, ну, так люди тогда начинают процветать. Потому что процветание возникает, когда я говорю процветание, я хочу обратить ваше внимание еще раз. Я не имею в виду материальное что-то.
То есть, когда у преданных много денег, и это от Кришны, это не материально. Это духовно. Это позволяет преданным делать очень много всего. Это позволяет преданным распространять движение, это позволяет преданным воспитывать своих детей правильно, позволяет преданным чувствовать себя как бы вдохновленными, потому что есть ресурсы. Если у человека нет ресурсов, он чувствует себя идиотом, потому что все превращается просто в слова. Давайте что-то сделаем. Ну давайте. А кто будет платить? Ну, давайте найдем какого-нибудь спонсора. Вот смешно, да? То есть, преданные не могут даже оплатить какие-то свои, ну, там, планы, какие-то свои, вот, ну, там, намерения. Почему? Причина этого заключается в философии. Точнее, в ее неправильном понимании этой философии. То есть, когда философия искажается, то мы превращаемся в тех, кто думает, что ну как бы вот это все, это майя, и поэтому нужно просто повторять святое имя там и так далее. Но человек пытается повторять святое имя, но он как бы он несостоятелен, да, внутренне он не исполняет свои дхармы, и поэтому его повторение наносит очень оскорбительный характер. То есть человек постоянно отвлекается. Почему он отвлекается? Потому что он беден. Вот в этом значении, так сказать, плохое благочестие, очень мало благочестия. И хотя процесс бхакти не зависит ни от чего, он сватантра, самодостаточен, тем не менее эти вещи, они беспокоят нашу практику, они отвлекают от святого имени. Мы немножко, наша связь с Шрилой Прабхупадой, она стала гораздо более слабее тогда, когда мы начали понимать наше учение исключительно в индивидуалистическом ключе. Что наше учение касается конкретно индивидуума. Вот я преданный, у меня четкие, и поэтому я преданный, я знаю философию Бхагавадгиты, я повторяю святое имя, я прихожу, совершаю преданное служение. Я это все делаю. Но это ложное понимание философии. Потому что в действительности как бы смыслом этого учения является мы, то есть сообщество преданных, санга. Именно в санге происходит служение, в санге приходят полномочия. И именно в санге человек возвращается домой к Богу, не индивидуально. Это происходит по милости преданных, по милости вот нашей семьи духовной. Когда преданный умирает, он лежит на смертном одре, за счет чего он возвращается к Богу? Что с ним происходит? Вокруг преданные поют киртан и дают ему все свои благословения, свою любовь. Вот благодаря этому благословению, благодаря этому сосредоточению, помощи, поддержке духовной, преданный может прийти к Богу, потому что он оказывается в духовной атмосфере, которая выносит его в духовный мир. Но если мы умираем в одиночестве, один на один со своими анартхами, со своим умом, нам очень сложно будет вернуться к Богу. Поэтому, когда мы будем умирать, то признаком совершенства заключается в том, что к этому моменту у нас должна быть семья, которая нас позаботится, духовная семья, люди, которые, для которых мы дороги, они должны прийти к нам в момент смерти и плакать от вот этого чувства как бы разлуки и молитвы к Богу о нашем благополучии, о том, чтобы мы вернулись домой к Богу. Вот в этом будет наше совершенство. Нужно уже сейчас строить свою жизнь таким образом, чтобы это стало возможным. Потому что, хотя о смерти говорить не принято, но она является как бы главным щелчком, главным моментом нашей жизни, да? Который, собственно говоря, определяет успех либо неудачу всего, что мы делали здесь. Если мы будем умирать в одиночестве, одни, это означает, что наше преданное служение находилось не на очень высоком уровне. Согласны с этим? Хорошо. Тогда, наверное, на этой вдохновляющей ноте
мы закончим сегодняшнее общение. Большое спасибо всем за участие. Шрила Прабхупада ки.